Сегодня нам необходимо сплотиться, и те, кто сегодня распространяет фейки, они должны были вот в военное время найдены и привлечены к ответственности. Вот эту ночь мы посвящаем, вы как журналист понимаете, это была информационная атака. Информационная атака проплаченных ботов и целой армии. На это потрачены колоссальные деньги для того, чтобы дискредитировать, сейчас расшатать единство власти. Этого нельзя допускать никак. Мы должны быть едины в своем противостоянии и двигаться к победе. Вы знаете, я до последней минуты мне не хотелось бы верить, что в Одессе будет война. Но мы готовы. Мы готовы защищать свои семьи, мы готовы защищать свой город. Мы не хотим, чтобы и не позволим никому нас захватывать. Мы не звали сюда ни вооруженные силы Российской Федерации. И не ждали их здесь. Мы расцениваем это как вероломное нападение на наш город и на нашу страну. И, соответственно, будем защищать наш город, мы будем оборонять его на каждом квартале и бороться за каждый дом. Я хочу, чтобы те, кто посягнул на наш город, посягнул на нашу страну, это понимали и знали. И самое главное, чтобы солдаты, которые будут выполнять это, знали, что их здесь не ждут.